Нет пока точных сроков и по готовности разрабатываемой казахстанской вакцины. Но разработчики рассказали о некоторых исследованиях, а именно сколько держатся антитела после прививки Казвака. По информации гендиректора научно-исследовательского института Кунсулу Закарии, препарат на начальной стадии получили сами ученые. В течение 9 месяцев иммунный ответ остается высоким. Однако Закария заявила, что об эффективности препарата можно будет говорить только после третьей фазы клинических исследований. Половина заключительного этапа завершится завтра. В ней, напомним, принимают участие 3000 добровольцев. Полные результаты исследований мировому сообществу ученые представят в авторитетном британском журнале с индексом цитируемости выше 70. Кстати, помимо вакцины для человека, наши ученые работают и над препаратом от коронавируса для животных. Мы знаем, что животные также могут переносить данную болезнь и могут также являться самими переносчиками, да, чтобы они не заражали людей, поэтому такая вакцина нужна. Поэтому перед институтом поставлена такая задача.